Лайки все поставили? Вот прямо сейчас поставьте лайки, и мы начнем. Значит. Так, давайте смотреть. Значит, что у нас тут? Телевизор. Блин, вот эта комнатка мне нравится. Слушайте, по стилю вот травка, такая тропическая кроватка. Классно сделано. Зелененькие диванчики, прям, ну, топчик. Жена у нас, наша супруга Лея, 14-14. Сегодня я собираюсь прогуляться на природе, мне нужно выбраться из дома. Хорошо. Вот, кстати, классно, вот Лея как раз такая, знаете, ну, можно сказать, лесная такая. Лесной такой персонаж, которая... Она мне эльфийку напоминает. Особенно эту. Как ее? Кто шарит, тот знает. Хоббит, Таурель. И вот этот вот стиль такой лесной, знаете, древесины, вот, травы, тропиков. Это классно. Вот. Так, давайте думать, что мы возьмем на ярмарку. Нам надо успеть до 14.00 быстренько сбегать. Давайте возьмем чего-нибудь золотого качества. Например, вот давайте возьмем золотого морского огурца. Блин, не знаю, нет, давайте, наверное, один нарциссик возьмем. Что-нибудь еще есть такой топовый у тебя какой-нибудь? Можно взять, я думаю, золотой слиток. Это уже у нас сколько... Сладкую ягодку, кстати, отнесем. Смотрите, у нас уже сколько? Раз, два, три, четыре. Нужно, по-моему, 9, да? 4, 5. О, магмовый гриб, значит, остров открыт. Это круто. Так. Вот это я понял. Вот это хороший сундук. Вот это крутой. Карамболы, древние плоды. Винцо. Кайф. Так, уже сколько? Уже 6. Еще 3. Еще что-то одно нужно. Что-то одно надо взять. Может... Есть слайм? Сейчас попробуем первое место занять. Мне кажется, у нас все получится. Вау, вот это прикольная идея, кстати. Оставлять вещи вот в табличках, которые ты потом по квестам отдашь и больше с ними не встретишься. Это офигенная идея, Игорь. Реально, топово. Я только сейчас понял, что чел, который измеряет силу, похож на Эль Прима. Точно, слушай, блин. Реально Эль Прима, ё-моё. Надо шортс такой запилить. Эль Примо! Так, чё у нас? Изи. Изи, ребята, все. Аплодисменты бурные. Первое место со счетом 90. О, Максим. Прием. Как слышно? А меня. Чатик будешь читать? Тебя вроде тоже нормально, только чуть-чуть подкрутить, наверное, думаю. Вот так будет нормально. Погромче, потише. Все нормально, сейчас хорошо. О, Саня подключился еще. Ну, я зайду тогда, чего нет-то. Ну да, почему бы и нет. Как раз чатиком поможете. Поэтому давайте. А, кстати, реально, Саня тоже там сидит, да? Да, Соня, тебе там, по-моему, кто-то писал передать привет, что ли? Ой, кто хочет привет? Я знаю, что я не я хочет привет. Сразу всем скажи. Привет всем, мои хорошие. Особенно тебе, Янья. Легенда. Ну. Вань, Вань. Ау. Кого? Пать. Ладно. Поздно ты сказал, конечно. Ну ладно, ничего страшного. Сколько тут интересно прессов? Немного, надо больше сделать. А, да? Надо сделать больше. Боже мой, в четверг, 14 лет, мои поздравления. Боже, у меня день рождения через 2 дня. Вторник. Я тоже день рождения скоро. Через полгода. Я старый стану. Через полгода. И у меня тоже тогда скоро. В таком случае. Пресс для сыра, блин, не хватает минных слитков. Что-то по ресурсам небольшая беда, 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 беда. Так, смотрите, я нашел тут задание у него. Радужный сбор ки. Он все собрал. Осталось собрать 100 фиолетовых предметов. Осталось 5 дней. Что ж, давайте попробуем. Ну, а привет из прошлого тоже 5 дней осталось. Надо собрать 100 доисторических костей, юмор. Тебе громко кричат, что баклажаны растут для квеста. Спасибо, что крикнул.
Я понял тебя. Все. Через 2 дня они созреют. И что, их тут 100 получится? Интересно. Напиши, их тут 100 или нет? Или меньше? И мне надо еще искать. Да, я специально сажал. 100 штук, отлично, все хорошо. Всем в чате и не в чате привет. Чё, как? Только что домой вернулся, вот решил все же к вам забежать, но ненадолго. Привет, Антон. Антоха, здорово. Ну, у нас тут как? Все хорошо, людей много, чат летает. Мы проходим ферму Гарика. Сейчас пойдем выполнять квест на Кости. Ваня, пустый чат, это очень важное сообщение от Максима Гудименко. Скажи мне привет, и я буду счастлив. Привет, Максим Гудименко или Гудименко. Я не знаю, как правильно читается. Но привет. Веселись, как говорится. Сейчас сбегаем с вами на остров. И там есть свой карьер. Кто помнит, кто знает. И там можно костей неплохо подсобрать. Капец это. Жестко. Вот это да, смотрите, рожа. Глаза. Это оно само так образовалось, или это ты рисовал? Скажи. Это кокер? А, да? Это он пришел на эту ферму и сделал это? Ну, походу, слушай. Получается. Капец, он пришел, Мишка. Антон, ты в шоке? Антон, если ты здесь, то давай поясни. Да. Вот про что я говорил, правда, камушков здесь немного. Наверное, ты таким образом и добывал. А в принципе, смотрите, друзья, у нас осталось всего лишь 3 кости. Можно, в принципе, сейчас успеть еще сбегать в шахту. Как это звучало? Так. Так, отлично, мы собрали. Ребят, 100 из 100, ура. Так, где у тебя все кости лежат? В организме. Бананакот, сегодня ты как Эверест, я попытаюсь тебя покорить. Ох. Нифига себе сказанул. Иван, ты как мандарин, такой сладкий и вкусный. Не знаю, что сказал. Это, конечно, сравнение, хорошо. Не знаю, сказал бы. Твой свет, как мандарин, такой же оранжевый. А, Саня, тут наконец-то? А кстати, Санёк, куда делся? А Саня микрофон уже включил. Да никуда он не делся, ты шо? Хорошо. Просто ты молчишь что-то. Стесняешься, что ли? Не, Саня там, где его не ждут. 100 костей. Готово. Забираем деньги. И завтра мы что-нибудь получим. Вроде мы только это... Только летом играли, там нормально стримы проводили 2 раза в неделю. Уже Новый год. Да вообще трындец, время летит. Я пошел, наверное, в видео. А, ну давай, ага. Если сделаю быстро, да, приду. Давай, хорошо. Да, пока. Все попрощались пока. С Максимом, помахали ручкой. Ну я еще не умираю. Всем пока. Давайте, давай. Стоит ли своих денег жезл возврата за 2 ляма? На самом деле, возможно, не совсем. Потому что если нормально в удачные дни ходить в казино, там на игровых автоматах выигрывать очки и потом закупаться тотемами-телепортами на ферму, то в принципе жезл как бы и не нужен. Да, конечно, немножечко геморройно, но, блин, 2 миллиона это лучше потратить на что-нибудь другое. Вот серьезно. Мне без разницы, какая игра, она станет моей любимой, если в этой игре будет казино. Так, смотрите, мы нашли обрывок дневника, найдем сейчас вот в этом месте страусиное яйцо потом. Уже, наверное, завтра, не сегодня. Ваня, ты смотрел аниме «Унесенные призраками»? Нет. Кстати, я недавно начал потихоньку посмотреть аниме. И, кстати, многое пропустил, я таких... смотрел от Хаяо Миядзаки. Я вот начал, да, именно с него. Я посмотрел этот «Ходячий замок» и «Мой сосед Тоторо». Или Тоторо, да. Я не помню. Тоторо, по-моему. Тоторо. Это все, что я пока посмотрел. Вот «Унесенные призраками» надо тоже будет
Я первое аниме посмотрел, оказывается, где-то лет в 10. Я даже не понимал то, что это аниме. Просто смотрю, типа, мультик в виде сериала. Ну, буду смотреть. А, прикольно. Ну, я тебе скажу так. Анг это... В смысле? Ну, ладно, буду говорить правильно. Анг это как бы до сих пор еще неизвестно, аниме это или мультик. Потому что как бы автор не подтверждает то, что это аниме. Я сдох. Так, у нас пропали деньги, пропали 4 штуки предметов. Игорь! Игорь! А, ребят, хотите прикол? А ну давай. Я не знаю, может быть кто-то и заметил, но мы предметы с ярмарки не забрали. Ах, да. Да, что там у нас было? Золотой слиток, карамбола. Я помню, у меня планшет был, это, как бы там глючный довольно. И он постоянно любил перенастраивать время. Типа, вот я один раз утром залазил в него, смотрю 2017 год, я что, перенёсся назад во времени? Офигеть. Ровно 100, неужели? Реально, ровно 100 баклажанов. Котик, ура! Да, котик с нами сегодня на стриме. Кстати, у меня в последнее время, я не знаю, как это работает, все котики, походу, все котики мира так работают, даже он почему-то в области живота увеличился. Ну-ка, подожди. Хотя, поролон я пытался распределить внутри, но он... Слушай, серьезно? Он у меня тоже увеличился в районе живота. Вниз, вниз, знаешь, так, внизу больше этого. Он, видимо, как-то спадает туда. Все, сейчас буду кверх ногами садить теперь. Смотрите, ребят, он вот тут вот, он вот такой вот, толщиной. Тут он чуть-чуть потолще, не знаю, насколько это видно на вебке. Ну, вот так вот он. Чуть-чуть-чуть вот здесь вот потолстел у него животик. Серьезно? Всё-таки я его похудеть заставил. Распрямил ему животяру? Ну, типа. Понятно. Как ты это сделал? Надавил хорошенечко? Ну да, вот тут сижу, переминаю его. Что ты сделал? Что ты делаешь с котом? Эта рожа все еще не уходит отсюда. Должна же пропасть эти скопанная земля. Сдавать баклажаны. Ура! Нам дали сколько? Всего лишь 20 с этих. Маловато на самом деле. Чего можем купить? А мне нужно, можно сменить имя в игровом процессе? Если да, то где в СВ? Скажите, ребят, в чате. У волшебника там есть сзади у него проход в секретную комнату. Попасть туда ты можешь только подружившись с ним. Там можно менять. Че смеешься? Услышал, как я, тот поймет, с чего я смеюсь. Ладно. А, вон, не, банана-кот услышал. Там есть сзади у него проход. Сзади у него проход. А! А! Боже мой! Ну, ребят, ну вы же все поняли, про что я говорю. Зачем? Что вы за мысли? Давайте смотреть имена животных тогда. Главное, что у нас сегодня было. И первое же, на первое, что я попался, у нас свинюшка по имени Парася. Хорошо, ладно, идем дальше. Порошенко. Свинюшка Зеленский. Украинская Бимба. Боров. Юра. Ну вот это самое нормальное. Юра, Юрка, отлично. Сальце. Так, что дальше? Хряк. Хохол. Мажор. Хрюша. В общем, тут две разновидности свиней, связанные с Украиной и связанные с салом. Все. Два... Самое прикольное то, что сало связано с Украиной. Слушай, точно, господи. И это еще все и взаимосвязано. Гениально именно, да? Так, итак, давайте смотрим на первую козочку. Она у нас называется, ее зовут... Гурман. Козею. Ягоза. Ягоза. Газа, коза, дереза, ягоза. Прикольно. Говядинка. Вот, вот у нас ходячая говядинка, друзья. Говядина. В принципе, все символично. Все неплохо. О, говядина. Вот это топовое имя. Стрекоза.
Потом дальше, курочка. Cowgirl. Вау. Так, кудряш. Овечка кудряш. Миленько, прикольненько. Slow cow. А это просто cowboy. А, я понял, cowboy, cowgirl. Так, забор начал разрушаться. А, нет, это реклама будет считаться. Не-не, тогда. Тогда после стрима расскажу. Ладно, окей. А чего у тебя забор-то деревянный? Грязь. Ё-моё. Слушайте, давайте забор из твердой древесины сделаем. Заменим сейчас тебе весь забор. Чё это такое? Я ставлю. Оно пропадает, и я его могу обратно взять. Правая кнопка мыши? Нет, правая кнопка мыши нет. Ну, не работает. А. Ты управление менял, что ли? Ты, походу, тут много чего изменил. Я понял тебя, все. Я сразу понял. Сразу видно майнкрафтер. Забор заменить так. Только не вздумай вы... Иди обратно, я сказал. Иди обратно. Обратно иди. Так, вот я думаю, мне хватит забора еще на вот это дело. Конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что я наделал? Никто не видел. Никто не видел. А те, кто видел, молчат. Все, супер, я заменил полностью забор. Игорь, можешь говорить мне спасибо. Погнали смотреть курочек. Утка Лейсан. И Руслан. О, вот зайчик у нас просто заяц. Курица-убийца. Утка Василий. Дракон Рустам. Курочка расист. Ой, какая нехорошая курочка. Что-то у тебя тут убийцы собрались, какие-то вот такие вот люди, расисты. Что у тебя с курицами поперечно? А это кто у нас? Кроликус, просто кроликус. Всем удачки, всем пока. Пока, ребят. Соня, будешь говорить пока? Соня, не уходи, не пропадай, пожалуйста. Пока-пока. Все, давайте. Всем удачи. Всем пока.